нем мечтаем. Потом, когда он завершит свое дело спасения, и мы с вами встретимся с ним, встретимся друг с другом, с нашими всеми близкими, родными, встретимся даже с теми далекими персонажами во времени, с Адамом, с Евой, еще с кем-нибудь. Мы мечтаем об этом. Мечтайте осторожно, говорит современная пословица, потому что мечты иногда сбываются. Чего желаем мы в этой жизни? Это непростой вопрос, потому что иной раз человек сам не знает, чего он хочет. Такой есть современный аллегорический рассказ, как молодого человека, такого счастливчика, который выудил золотую рыбку. Рыбка спрашивает, чего бы ты хотел? Он обрадовался. Говорит, я хочу, чтобы у меня были очень длинные руки, чтобы я мог доставать везде руками. Ну, пожалуйста, длинные руки. Куда хочешь, туда достаешь. Я хочу, чтобы у меня были очень зоркие глаза, чтобы я далеко видел. Пожалуйста. Я хочу, чтобы у меня были длинные ноги, чтобы я мог далеко прыгать. Пожалуйста. Потом рыбка спрашивает его, слушай, а почему ты не попросил денег, здоровья или вечной жизни? Он, а что можно? Иногда и мы живем в таком состоянии, что наши маленькие сегодняшние интересы, маленькие мечты для нас все. Мы не подозреваем, что можно больше, что есть что-то за горизонтом. И сегодня хотел бы с вами поговорить о желаниях нашего с вами Бога. Три желания моего Господа. Самые важные, основные желания нашего Бога. Каковы они? Чего желает наш Бог? Как бы мы с вами сформулировали, давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос. Спросили Бога, чего ты желаешь? И Бог говорит. Что Он говорит? Чистоты? Ну, неплохо. Чего еще? Послушание. А еще? Чтобы вы были, где я. Спасибо. Тоже верно. Насчет чистоты и послушания можно еще поспорить, но вот с вами не поспоришь. Это действительно его прямая речь. Конечно же, чистота – это хорошо, и послушание – это хорошо, но это какие-то промежуточные моменты. Это не то, чего он желает больше всего. Вы помните, в Писании есть история, когда Иисус Христос говорит, «Было у отца два сына». И отец говорит одному, иди работай, виноградник. Говорит другому, иди работай. Один сказал, да, сейчас пойду. И не пошел. А другой говорит, нет, не пойду. А потом пошел. Кто-то послушался вроде бы, кто-то не послушался. Формально можно было бы сразу принимать меры. Ах, ты не послушался, и сразу наказать. Отец почему-то так не делает, дает какое-то время, и что-то происходит, что-то меняется. Послушание – это важно, это хорошо. И чистота очень важна и хорошо. Но есть что-то большее, то, что внутри, то, что движет, то, что в мотивах наших, то, что в наших сердцах. Когда мы думаем о нашем Боге, о том, чего Он желает, то, конечно же, вспоминаются те слова, о которых уже сказали. «Хочу, чтобы и вы были, где я». Я это назвал бы третьим желанием нашего Господа. У него есть еще одно желание. Давайте начнем с первого. Чтобы грех ушел с земли, верно, действительно. И чтобы он ушел с земли, Господь однажды сказал Моисею, «Моисей, построй скинию. Я хочу обитать среди вас. Я хочу быть с вами. Я хочу быть там, в среде вашего вот этого большого скопления народа, который еще не народ, а просто рабы. Вы вот вышли, вот построй святое место, скинию, оно должно быть особым, оно должно быть отделенным или же святым. И вот там внутри, там, где вот будут эти два красивых ангела из золота, там посередине я буду разговаривать с тобой. Я буду являться тебе. И там я буду обитать среди вас. Бог на небе захотел вдруг поселиться здесь, на нашей земле. Для чего? Вот это очень емкое, глубокое слово, чтобы обитать среди нас. Что это значит? Можно ли нас с вами
назвать обитателями, ну чего, Москвы, России. Наверное, да. Что это значит? Это значит, что мы пропитаны этим духом, этой жизнью, этой культурой, традициями национальными и многим-многим другим. И Господь, когда хочет обитать среди нас, это говорит о том, что Он хочет дышать с нами одним воздухом, Он хочет с нами быть вот на этой территории, Он хочет знать все наши переживания, наши трудности, Он хочет знать наши радости. Обитание – это значит внедрение полностью во все сферы жизни, в которых Он увидит нас, наше положение, и увидит эти ситуации, в которых Он может быть нам помощью. Когда Господь захотел обитать среди нас, не ради праздного интереса. Я буду смотреть, как вы там живете в пустыне. Наверное, у него была какая-то особая цель. Это первое желание Бога быть среди своих людей обусловлено тем, что произошло раньше. И мы должны вспомнить, что произошло. Произошла война на небе, когда третья часть ангелов восстали против Господа. Когда потом мы читаем историю, эту подробно описанную в Бытие, Адам и Ева согрешили, не поверили Богу, поверили дьяволу. И когда Бог вынужден был отделить этот грешный мир, там поселить Адама и Еву, Господь, глядя на эту землю, решил, я должен быть с ними. Я должен поселиться там, я хочу там обитать. Ради чего? Вот то, о чем вы сказали. Чтобы, в конце концов, уничтожить грех. Чтобы добиться той чистоты, о которой вы говорите. Чтобы вызвать в людях желание к послушанию. Не к послушанию из-под палки. Можно добиться послушания очень просто. Приказами, палкой, наказаниями. Будет послушание. Но это не то послушание, которого хочет Господь. Так вот, Господь поселяется здесь, чтобы с нами подружиться, чтобы стать частью этого народа, чтобы в этом народе быть светом. И как мы видим, в первые дни, когда Господь выводит народ израильский, Он для них свет ночью, Он для них указатель пути днем в виде столпа облачного, огненного. И было народу хорошо, потому что Бог обитал с ними. Это желание Бога осуществилось. Доставило ли оно ему удовольствие? Когда мы куда-то переезжаем, переселяемся, мы думаем, ох, там будет хорошо. Едем за границу, там поселимся, у моря. Ну, есть фантазии, у каждого свои. Нам кажется, нам будет очень хорошо. Хорошо, если они сбываются, если вам действительно хорошо. Нам. И вот Господь поселился среди своего народа. Каково было ему обитать с нами? Ой, тяжело. Как он описывает эту ситуацию, когда народ как бы признает его Богом, но потом постепенно отворачивается и уходит от него. Господь эту ситуацию рисует, как неверная жена уходит от своего мужа, так и ты, Израиль, в то время Господь, обращаясь к народу израильскому, говорил, и ты, как жена, которая изменила мужу своему, ты ушла, ты блудила, ты забыла от того, кто тебя создал, кто тебя охранял, оберегал. Господь испытывал очень много разочарований в связи с тем, что его первая мечта сбылась. Она сбылась. Он был среди своего народа. И иной раз ему было настолько больно, настолько неприятно, что когда читаешь эти слова, то слезы наворачиваются на глаза, когда он говорит о том, сколько он вложил, сколько он пекся. А ты презрел Господа Бога своего, говорит Господь, ты избрал что-то другое, другие источники, другие пути. История израильского народа – это эти события, эти явления, когда народ уходил от Господа, они, можно сказать, таким зигзагом вся история идет. То не к Богу, то от Бога, то к Богу, то от Бога. И вот все это время Господь переживал боль, переживал утрату, предательство и так далее. Его мечта сбылась. Но эта мечта, это желание его, которое сбылось, доставляло ему и радость, и боль. Но то, что было задумано, самое главное, быть среди народа, быть с ним, и каким-то образом этим детям, которые ушли от него в свое время, отказались от него, как-то им помогать, а самое главное, как вы сказали, вернуться, помочь им вернуться назад, эту миссию Господь начал выполнять. Начиная с тех пор и продолжает выполнять до сих пор. Мечты сбываются, но они, желания сбываются, но они не всегда настолько радужны, насколько они нам кажутся.
когда Господь беседовал с Моисеем, давайте посмотрим этот текст, Исход 29:43-46. Он произносит следующие слова. Исход 29:43-46. Господь говорит: «Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою моею. Освящу скинию собрания, и жертвенник Иарона, и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что я Господь». Вот цель, ради которой Господь решил поселиться здесь, обитать здесь. Обратите внимание, я буду открываться. Что это значит? Наверное, кто-то правду о Боге скрыл, исказил. И теперь Господу нужно открываться снова, сначала. Нужно раскрыть свой характер, свою волю, свои желания, о которых люди не всегда имеют представление. Вы помните, и Моисей, и Илья, и другие пророки говорили: «Господи, ну дай нам увидеть Тебя». По сути, они хотели осмыслить, кто есть Бог, понять Его. И думали, что достаточно для этого просто посмотреть на Него. Но Господь, когда они задавали такие вопросы, говорил совсем о другом. И в ответ давал им характеристики совсем иные, незрительные образы. А говорил: «Я Бог многомилостивый, долготерпеливый, любящий, прощающий» и так далее. Он раскрывал свой характер. И теперь, когда он заявляет, ради чего все это, вся эта ширма, весь этот театр, все эти завесы и прочее, Господь говорит: «Я буду тебе открываться». Буду открывать что? Свой характер, свои планы на будущее, свои желания. «Я буду освящать вас». То есть в желаниях Господних есть планы по освящению. Потому чтобы удалить грех и сделать чистоту вместо греха, навести, так сказать, какой-то порядок на этой земле, Господь хочет помочь в этом человеку. «Освящу собрание все, жертвенник, Арона, чтобы они священнодействовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом». Дело в том, что народ потерял Бога, забыл Его, ушел от Бога. Теперь Господь хочет дать им шанс вернуться. И в этом великая милость Господня, что Он в своем первом желании, самым главным ставит, дать людям шанс вернуться. Пойти туда к ним, поселиться среди них, в такой вот форме, в таком образе, посредством таких-то символов и обрядов. Он хочет быть здесь, чтобы мы узнали, каков Он, ради чего Он сюда приходит. Чтобы мы увидели действие Его конкретно вот в реальной жизни, так как это видел израильский народ, когда шел в пустыне, ведомый Господом. Это желание Господне открываться. Господь осуществил тогда и продолжает и по сей день. В Исаии 57 главе, в 15 тексте, мы прочитаем, как Господь озвучивает это желание. Исаия 57:15. Где он хочет жить? Где он хочет обитать и почему? 57 глава книги пророка Исаия, 15 текст. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, свято имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Он поселился не где-то на небесах, чтобы там наслаждаться с этой тишиной, спокойствием и блеском. Он хочет быть здесь с сердцами сокрушенных. И он хочет успокаивать, утешать, изменять эти тяжелые условия жизни, изменять это состояние возмущенного духа, эту атмосферу несправедливости, которая царит в этом мире. Господь хочет, чтобы это восстановление началось уже здесь и сейчас. Когда мы читаем описание вечного царствия небесного, там все очень красиво, из золота, и там все хорошо, а мы идем домой, а дома все по-другому. Господь готов сегодня изменять это уже здесь. Как? И об этом во втором желании нашего Господа. Когда Господь поселяется сюда, Его второе желание,
Я более чем уверен, это желание научить нас любви, если говорить очень коротко. Когда Господь создал все эти обряды, скинию и прочее, Он имел какую-то цель, да? Непременно Он хотел раскрыть себя, раскрыть то, как народ может спастись, и вы знаете эту систему жертвоприношения и прочее. Все это указывало на Спасителя, на то, как грех будет уничтожен. Помните эту систему переноса греха? Грешник молится над жертвой, передает как бы грех дальше, потом с кровью это вносится дальше к жертвеннику и так далее. В конце года эти грехи уничтожаются, и народ мог видеть, вот как Господь нас очищает постепенно, пошагово, вот такой механизм. Так Господь нарисовал картинку, чтобы мы имели представление о том, что грехи будут уничтожены навеки, навсегда, и ты не будешь знать, где они, потому что ты не знаешь, куда ушел этот козел отпущения. Ты не знаешь, куда испарились эти грехи. Господь в этом убеждал долгое время. Но на этом Господь не остановился. Господь хочет не только дать нам любовь, дать нам милость свою, дать нам свое прощение и исцеление. Он хочет нас научить давать тоже милость, любовь, сострадание этому миру. Это его задача. Я в этом не сомневаюсь. Потому что когда народ настолько увлекся символами, обрядами и жертвами, Господь вдруг говорит ужасные слова. Вспомните первую книгу Исаии. Давайте прочитаем вместе. Может, кто подзабыл, вы посмотрите на эти тексты. И просто мороз по коже, когда читаешь. Посмотрите, Господь, установивший систему жертвоприношений и прочее, говорит: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями». А вновь и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Далее. Когда вы приходите являться пред лицо мое в храмы, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Господь сам сказал: празднуйте новомесячие, субботы, приносите жертвы. А тут он говорит: я не могу это терпеть. Меня тошнит от всего этого. Прекратите это все. Почему? Когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь. Удалите злые деяния ваши от очей моих и перестаньте делать зло, говорит Господь. То есть все эти механизмы, все эти приношения и формы, такие интересные, схематично расписанные нами с вами, мы это все хорошо знаем, мы рисуем эти картинки, как все интересно, как Господь устроил этот перенос греха, это Господу не нужно. Оно вплоть до того, что неприятно ему, и отвращение у Господа к этому. Почему? Потому что под этим нет самого главного. Нет милости и нет любви. Господь в книге пророка Исаия говорит, 58 глава с 6 текста и далее, как бы продолжает обличать народ. Давайте посмотрим. Исаия 58, 6. 7, 58 глава, 6 текст и далее. Господь говорит народу: «Таков ли пост, который я избрал?» Тоже один из ритуалов, одна из обязанностей, которые народ возлагал на себя и на общество, руководство, священники. Они говорили: народ должен то, должен это, должен поститься, и какие-то формы, обряды. И вот что Господь говорит: «Это ли назовешь постом? Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, это пятый текст, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Выше жертв, выше праздников, выше суббот, выше всего остального, что является формой, Господь ценит содержание. Чистота – это хорошо.
Вы знаете старую историю, как в храме одна женщина очень тщательно мыла полы. Каждый день и каждый вечер. И собиралась груда грязных тряпок. Она моет в храме пол, моет пол. А люди из деревни идут и носят грязи, носят грязи, носят. И она уже, бедная, не может. И она уже начинает ругаться. Она уже проклинает этих людей. Как же так? Они не могут омыть свою обувь и зайти в храм по-человечески в чистой обуви. Они опять пачкают. И в конце концов, кому нужна такая жертва? Она хотела побороть грязь. Она хотела раз и навсегда покончить с грязью. А это невозможно. Можно совершать служение постоянно, наводить порядок, наводить чистоту, но если при этом нет любви, если этим не любовь движет, а желание просто чистоты, потому что чистота приятна, то это пустое. Господь говорит, мне не нужны ни посты, ни субботы, ничего подобного, если в этом нет любви. Он говорит, вы приносите мне такие праздники, устраиваете такие мероприятия пышные, но под этим нет любви. Рядом с вами те, кто нуждаются. Рядом с вами те, кто недополучили милости. И в книге Осии, давайте посмотрим этот текст, его обязательно нужно прочитать нам вместе, мы его знаем наизусть, но тем не менее, этот текст, ключевой текст, который я бы назвал основным желанием нашего Господа. 6 глава, 6 текст. Начнем с 4, 6 глава, 4 текст и далее. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Господь хочет милости, и это его второе очень серьезное желание. В первом желании он хочет нам открыться, он хочет здесь жить и показать себя, сказать, ну, я ваш Бог, я ваш папа, я вас создал, вы меня забыли, вы меня не знали, но вот я буду постепенно вам открываться в образах, в символах и так далее. И когда он нам открывается, Господь открывает свою волю по отношению к нам. По отношению к нам. Он хочет, чтобы в нас было то же, что и в нем. В нем есть любовь, которая его подвигла на то, чтобы прийти сюда, здесь поселиться и терпеть эту боль разлуки, боль предательства, которую он терпел на протяжении всей истории, до сих пор терпит, когда мы от него уходим. Он решил все-таки прийти. Он хочет, чтобы и в нас была эта любовь. Чтобы мы тоже научились милости. Не столько пеклись о жертве, чтобы эту жертву просто совершить, поставить галочку. А Господь больше заботится о том, что наполняет наши жертвы. Жертва может быть пустой. Это мытье полов и ненависть ко всем, кто зашел в грязной обуви. Это пустая жертва. Когда ты моешь полы, а внутри так всех любишь, в кавычках, за то, что они марают полы. Господь хочет, чтобы наши жертвы были исполнены любви. Он говорит, лучше пусть их не будет, потому что я не могу принимать эти жертвы с кровавых рук, потому что, не проявляя любви к окружающим, мы являемся соучастниками дьявола в том, что он творит на этой земле. Господь просит, милости хочу, а не жертвы, и боговедения, познание Бога больше, нежели всесожжений. Господь сам не остался в небе, и его пример – это лучшее, о чем мы можем говорить в плане того, чего Господь ожидает от нас. Он не остался там, наблюдая, как же мы себя поведем. Он не послал сюда ангелов, которые бы нас агитировали, устраивали бы нам, может быть, показные какие-то мероприятия или презентации, каков Господь, чтобы мы из их уст узнали, услышали и, может быть, поверили. Господь идет сам, поселяется здесь. Более того, в Иисусе Христе Он поселяется не просто здесь, и не просто становится таким, как мы, а становится, помещается Господом, Богом в условия гораздо худшие, чем любой из нас. Помните, как пророк Исаия писал о нем, что лик его был обезображен паче всякого человека. Это тот, кто пришел,
чтобы явить себя, явить Отца и явить образец, определенный образец жизни. И этот образец заключается в том, что Господь хочет милости. Господь хочет любви. Он не хочет богослужебных помещений, Он не хочет красивых пений, Он не хочет никакого служения, в конце концов, какое только мы можем с вами провести. Он не хочет евангельских программ, и в том числе через спутники, и так далее, и тому подобное, если в этом нет любви. Очень трудно любить через спутник. Вы не пробовали? И по интернету. Это все, знаете, работает, но до определенной поры. Господь хочет, чтобы любовь была живой. Он хочет настоящей милости, которая бы ощущалась, которая бы воскрешала сердца сокрушенных, которая бы разрывала эти узы и оковы людей, которые находятся связанными в том или ином положении. Потому что в этом его миссия. Когда Иисус начинал служение, он сказал: «Я пришел для чего? Чтобы вам что-то сказать и сейчас же улететь?» Нет, он пришел для того, чтобы освободить измученных на свободу, чтобы пленным дать освобождение, чтобы больных и слепых исцелять, чтобы они видели, чтобы они прыгали, хромые и так далее. Господь совершает милость. Другим словом, любовь. Это любовь в действии, в реальных фактах. И мы подходим к тому важному моменту, который нам нужно сегодня осмыслить, что Господь, придя на эту землю, не просто умер на кресте. Вот пришел, умер и ушел. А потом оттуда нам позвонил и сказал: «Вы знаете, вот вы видели там крест, вот ваше спасение там, идите туда». Нет. Господь приходит и тысячелетиями здесь находится среди своих детей. Потом приходит в виде Иисуса Христа. Иисус Христос приходит, являет нам Отца, и не просто пришел, сказал, ушел, а живет долго. Живет и что-то совершает. И все, о чем мы говорим, это атмосфера. Бог создает определенную атмосферу, в которой возможно преобразование души, характера, сердца. Если бы Господь просто пришел на 5 минут, оставил записку, что нужно сделать, чтобы преобразовались сердца, и ушел, это было бы пустым звуком. Он пришел, прожил жизнь и создал своей любовью такую атмосферу, которая изменяет миллионы сердец. И миллионы сегодня христиане. Потому что Он создал эту атмосферу, которая в Евангелии написана, мы ее читаем, она не оставляет нас равнодушной. Второе желание Иисуса Христа – это то, что Его любовь должна продолжаться в нас. Второе желание Христа заключено в том, что Он хочет милости. И нам дает эту милость. И хочет, чтобы мы ее передавали дальше. Потому что иначе не будет атмосферы любви. Будут формальные христиане, которые по часам ходят на службу, отсиживают на своем месте, кладут десятину и дальше бегут по своим делам. А для милости времени нет. Господу, лучше уж мы не ходили бы сюда, но чтобы была милость. Вы помните ранние христианские церкви, как описывают историки и Эллен Уайт описывает. Не было храмов, не было ничего, денег не было. Скидывались, продавали имущество, чтобы в церкви были какие-то деньги, чтобы как-то могли сосуществовать они вместе. И в чем был большой-большой плюс тех церквей, что мы до сих пор вспоминаем? Что в них было? Любовь. Милость была. Продавали дома и помогали неимущим. Была милость. Но не было зданий, не было конференций, унионов, спутниковых программ и так далее и тому подобное. Не было больших жертв, не было больших мероприятий и организаций. Была милость. Сегодня исторически так сложилось, и мы это не должны отрицать. Это хорошо, что у нас есть храмы, конференции, миссии и спутниковые программы. Это все прекрасно. Но если там внутри, как мотив, милость, есть ли в этом внутри любовь, или это очередное мероприятие для галочки? Хожу я в церковь для галочки или потому, что меня подвигает к этому любовь Христова, и выхожу я из церкви для того, чтобы прожить эту неделю для себя или, может быть, тоже, как Христос, явить милость тому, кто рядом, тому, кто на работе, словом, делом, советом.
Господь говорит, я милости хочу. Ничего другого Господь так не желает, как милости. Потому что Он есть милость. Он есть любовь. И Его второе желание – это любовь дать нам, чтобы мы раздали ее всему миру. Он ученикам сказал, что если вы будете иметь любовь между собой, тогда не надо будет никому доказывать, что вы мои ученики. Вы помните это? Все будет ясно. Только имейте любовь между собой. Потому что нет ничего более важного, чем любовь. Любовь движет Богом, и Он сходит с неба. Любовь движет Богом, и Он, неописуемый Господь, становится человеком, переносит ужасное лишение, умирает на кресте, потому что это любовь. И третье желание нашего Господа. После того, как создается эта атмосфера на нашей земле, Господь хочет, чтобы наши характеры менялись. Потому что там, где Он сейчас, там такая атмосфера, куда невозможно войти с дурным характером, с бутылкой за пазухой. Туда невозможно войти с какими-то страстями земными, потому что там другие ценности, другие правила и правила вечной жизни. А те ценности, которые сегодня есть у людей, те пристрастия и прочее, что мы здесь приобретаем на этой земле, они ведут к гибели. И Господь уже здесь хочет, чтобы в этой атмосфере формировались характеры. И когда Он уходил, Он ученикам сказал, «Друзья, я ухожу, я вас всех привлеку к себе». Помните эти слова? Если бы не так, то я сказал бы, я иду и приготовлю место, якобы там нужно готовить, строить и так далее. И когда приготовлю, то приду за вами, и чтобы вас взять туда, где я. Вы знаете кульминацию книги Откровения, я часто на нее ссылаюсь, когда Господь говорит, Иоанн говорит, «Се скиния Бога с человеками, и он, этот народ будет его народом, и Бог будет Богом их». Произойдет воссоединение. В Едеме это разорвалось. И вся история нашей планеты – это любовь Божья, которая нисходит с неба на эту землю, изменяет нас, создает атмосферу любви, в которой изменяются наши каменные сердца. И мы под действием Божьей любви помогаем изменяться окружающим для того, чтобы Господь мог нас забрать туда с другими характерами. Не с теми, с которыми мы рождаемся, с которыми нас воспитывает этот мир, а с преображенными Господом характерами. Пусть Господь всех нас благословит. Благословит на то, чтобы мы с вами помнили о трех желаниях нашего Бога. Он хочет, чтобы у нас тоже были эти три желания. И они очень простые. Нам нужно обитать в этом мире. Да, обитать среди своих соседей, знать их. Нам нужно обитать в своих коллективах на работе. Проникаться их интересами, их нуждами. Нам нужно давать им любовь. Нам нужно создавать атмосферу любви, которая бы влияла на людей, окружающих нас. И третье желание, когда исполнится, последнее, чтобы в этом желании порадовались и мы. Потому что не мы одни туда придем, а придут те, для которых мы создавали атмосферу любви. И пусть Господь нас благословит помнить об этом каждый день. Аминь. Помолимся.